Всем привет! Мы продолжаем знакомиться с игрушками фабрики Полесье. Сегодня расскажем о наборе Смурфетта, созданном по лицензии компании The Smurfs. Смурфетта – девочка Смурф, которая живет в деревне Смурфов. Она очень добрая и воспитанная, любит цветы, которые выращивает в своем садике. Ее создал злой Гаргамель из волшебной глины, чтобы с ее помощью поймать всех Смурфов. Но папа Смурф исцелил ее с помощью магии, и тогда Смурфетта стала настоящим Смурфиком. Набор Смурфетта помещен в удобный чемоданчик с открывающейся крышкой. Внутри вы найдете большое количество элементов украшений, имитаций косметических средств и бытовые приборы. В набор входит утюг, две вешалки, чтобы повесить вещи, элементы конструктора, фен поможет высушить волосы, а бигуди сделают их волнистыми. Расческа поможет волосы расчесать. В набор входят 4 флакончика для косметических средств. Зеркальце в форме цветочка. Имитация теней, пудры и помады позволят нанести легкий макияж. А большое количество элементов украшений завершат образ. Это обручи и бусы разного вида. Яркие красочные браслетики. Кольцо, клипсы, сережки, кулон и набор заколочек. Все элементы набора выполнены в узнаваемых цветах мультсериала и дополнены наклейками с изображением главных персонажей. Набор Смурфетта разнообразит детскую игру благодаря большому количеству элементов набора. Игрушка развивает коммуникативные навыки, детское воображение, а также позволяет научиться следить за внешностью и прической. Если вам понравилось видео, ставьте лайки и подписывайтесь на наш канал. До новых встреч!